Ненормально было гулять от своего мужа, оправдывая дедушка своего внука, который отрубил бывшей жене кисти рук. Дмитрию Грачеву вынесли приговор. Кто считает решение суда слишком мягким? Цены на парковку в центре Москвы могут измениться. На проблемных улицах стоимость стоянки увеличится. Все больные точки столицы озвучим в нашем эфире. Выжженное место осталось от газели. Водитель горящего микроавтобуса пытался тушить огонь, а потом куда-то исчез. Почему взорвалась машина на третьем кольце? У нее всегда высокий каблук, шпилька, прическа, даже СИЗО. Она единственная, кто ходит на каблуках в СИЗО. Казалось бы, что еще нужно для счастья в СИЗО? Но инстаграм-модель Кира Майер все равно хочет на свободу. Девушка даже написала письмо президенту. Прямо и сейчас Станислав Курик в студии «Москвы-24». 18 часов и 1 минута в столице. Информационная служба телеканала «Москва-24» продолжает свою работу. Новости в прямом эфире. Мы начинаем. 14 лет проведет в тюрьме Дмитрий Грачев. В прошлом году он отрубил своей жене кисти рук. На чудовищное преступление парня толкнула ревность. Маргарита Грачева приговором недовольна. Какого наказания хотела девушка для своего мучителя и чего боится теперь, расскажет Александра Чальцева.